Здорово, чуваки! Вот и пришло время поздравлений. 31 декабря, как всегда, я с вами. Собственно, год был тяжелый, наполненный разными событиями, для кого-то даже переломными. Но, наконец-то, он подошел к концу. В следующем году я желаю всем, безусловно, здоровья, чтобы вся эта ерунда с вирусом прошла, исполнение всех желаний и намеченных целей, успехов в учебе, работе и других занятиях. А так, я рад вас поздравить с новым 2021 годом. Ура! Thank you.